فزت ورب الكعبة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم صل على علي ابن موسى الرضا طوال التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم صل على محمد وعلى محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته уважаемые телезрители мы продолжаем с вами нашу передачу посвященную Фатиме Захре салам Аллаху алейха и для разъяснения данного вопроса мы пригласили нашего гостя ходжа Ислама валь муслимин шейх Курбана шейх Курбан салам алейкум алейкум ассалам ва рахматуллах ва баракату шейх Курбан мы с вами говорили о роли Фатиме Захре салам Аллаху алейха тем самым ссылались на аяты Корана и на тот аят, где Всевышний Аллах называет Фатиму Захру Мишкатом. Мишкат – это именно хранилище света. И мы сказали, что под светом подразумеваются именно наши имамы, если говорить вкратце. И она является хранителем этого света. И это на самом деле является немаловажным, скажем так, вкладом в человеческую историю. Хотел бы, чтобы вы продолжили эту тему. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومؤين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الدائمة على أعدائه مجمعين إلى قيام يوم الدين Я приветствую дорогих телезрителей и совершенно точно напомнили по поводу роли ее светлости Фатимы Заһра, саламу алейха, согласно священному Корану и согласно толкованиям непорочных аята священного Корана, где говорится о нуре Всевышнего, которому противостоят тьмы, которые исходят из деяний, помыслов и поступков неверующих, дьяволов из числа людей и джиннов. И здесь мы обнаруживаем, как уже говорилось неоднократно на протяжении предыдущих наших встреч, невероятнейшую роль ее светлости Фатима Тузахра, саламу алейха, в истории человечества. Согласно, опять-таки, той призме и тому взгляду, который имеет на историю и на человеческое общество священный Коран и исламское учение. То есть передается ей невероятнейшая роль. Это хранилище света, это мешкат. И согласно последующим нашим обсуждениям, то есть мы говорили также о том, что Лейлятуль Кадр также является, согласно толкованию от непорочных, является ее светлость Фатима Тузахра, саламу алейха. Всевышний в священном Коране про Лейлятуль Кадр говорит «Инна анзальнаху фи Лейлятуль Кадр». Мы ниспослали священный Коран именно в Лейлятуль Кадр. Лейлятуль Кадри хайрун мин альфи шахр, что Лейлятуль Кадр лучше тысячи месяцев. Саламун хия хатта матла аль-фаджр, что Лейлятуль Кадр это мир до наступления восхода. И, кстати, вот этот последний аят в тех же преданиях, о которых мы говорили ранее, в этих преданиях говорится, что ее светлость Фатима саламу алейха является миром до прихода 12-го имама. Угу. Как то это фаджр, понимать, является миром до прихода имама? Саламун хия хатта матла аль-фаджр. Понимание довольно-таки простое. Элементарнейшее понимание у этого аята согласно этому толкованию. Угу. Опять-таки мы говорим, что необходимо подчеркнуть и указать на тот момент, на который мы ранее указывали. Для того, чтобы не было здесь
необоснованных и ненужных сомнений. И это заключается в том, что все аят Священного Корана имеют внутренний смысл, который никоим образом не отрицает внешний смысл. У этого аята, так же как и у всех аятов, есть внешний смысл, но то толкование, которое дает имам, говоря, что Фатима, саламу алейха, является миром до судного дня, до прихода его светлости имам Махди, аджаллаху фараджаху шариф, то саламун хия хатта матля иль фаджр, до восхода солнца является. Ну, мы прекрасно знаем, что согласно исламскому учению, это во многих преданиях, дуа, зиаратах говорится, что фаджр – это приход имама. То есть это неопровержимая истина с точки зрения ислама. Что здесь имеется в виду? Согласно этому толкованию, в этом аяте, что здесь имеется в виду? Имеется в виду, что пристанищем для тех, кто хочет спастись в судный день, потому что деяния неверующих, как говорит Всевышний, подобно тьме в морской пучине, над которым яхшаху мауджун мин фаукихи, мауджун мин фаукиха сахаб. То есть это тьма в морской пучине, над которой волна, и над которой другая волна, и над которой, над этой волной облака зульматун фаукаха ба'духа фаука ба'да. Зульматун ба'духа фаука ба'да. То есть слои тьмы над слоями тьмы. То есть тьма, которая является последствием, следствием деяний неверующих, врагов пророков, врагов их наместников, тьма покроет все человечество. И восход произойдет именно с приходом имама. Восход, матля иль фаджр, восход солнца. Солнце, его светлости, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, взойдет именно с приходом и с восстанием 12-го имама, имама Махди, аджаллаху фараджаху шариф. А до этого будет тьма. До этого будет кромешная тьма, подобная тьме. Ида ахраджа ядаху лям якад яраха. И человек в этой тьме, когда достает свою руку, близок к тому, чтобы не увидеть свою руку. То есть он беспомощен. И находится в таком состоянии в этот период до прихода имама, то есть мир будет окутан, как и в других преданиях сказано, что мир наполнится справедливостью и светом, когда придет имам, точно так же, как он был переполнен тьмой и гнетом до этого. Угу. То есть до прихода имама есть гнет, есть тьма. И Всевышний очень ярко описал эту тьму. «Ау кязульматин фи бахрин люджиин» – подобно тьме в морской пучине. И что здесь, где здесь искать спасение? Спасение здесь «Салямун хия хатта матля иль фаджр». Спасением здесь миром. И спасением от этой тьмы является ее светлость Фатима Тузахра, которая является хранителем этого света. И только через нее человек может приспособиться к этому свету и спастись от этой тьмы, от этого гнета и от этой кромешной тьмы, спастись только через ее светлость Фатима Тузахра, саламу алейха. То есть она является тем, что тем, кто, через кого проникает свет в этот мир, в том числе и в человеческое общество, в общество, которое окутано тьмой, тьмой неверия, тьмой, которая является последствием и результатом деяний неверующих. Таким образом, ну, чтобы нас настиг тот самый мир, который кроется именно в сущности Фатимы Захры, то есть здесь имеется в виду, что мы должны жить как она, как оказаться в числе тех, которые живут под этим миром, или, скажем так, вы понимаете, да, о чем я? Я почему не люблю отвечать на такие вопросы, потому что любой ответ, он будет ограничением роли ее светлости Фатима Тузахра, саламу алейха. Конечно, я могу сказать, мы должны воспитывать в себе любовь к ней, воспитывать в себе именно качество следования ее путем и путем ее потомков из числа непорочных имамов. Но я прекрасно понимаю, что это будет ограничением ее роли. Необходимо найти именно духовную связь в том числе.
с ее светлостью Фатима Тузахра, саламуллах алейха, то есть человек должен иметь с ней духовную связь. Угу. Он должен приблизиться к Богу и найти с ней духовную связь. То есть здесь все виды приобщения к кому-либо, к чему-либо должны быть применены. Все виды. И ничем мы здесь не должны ограничиваться. Любить, жить, как она, следовать ее заветам и так далее. Но этим не ограничивается. Это да, это мы можем сказать, конечно, в том числе. Но этим не ограничивается. Человек должен приобщиться к этому свету всеми возможными путями и способами. Какие имеются способы и пути приобщения к чему-либо. Воспитывать в себе ценности, которые она несла. Да, это обычные, простые, это первые шаги. Мы ответы, которые даем, они ограничены. Я поэтому подчеркиваю, что то, как приобщаться к ее светлости Фатиме Тазахра, саламулла алейха, оно не ограничено. Оно имеет очень широкое и обширное поле. И то, что мы говорим, является примером и началом, и первыми шагами, которые необходимо человеку совершить, чтобы приобщиться к этому свету. Это воспитывание в себе любви к ней и ненависти к ее врагам. Угу. Любви к ее ценностям и ненависти к ценностям ее врагов. То есть то, что именуется в религии тавалли ва табарджи, да? Да, это начало, это первый шаг. Это основа религии. Совершенно верно. Но есть вещи, о которых, которые возможно, абсолютно не то, что возможно, а точно большинству человек, людей будет просто недоступно, понимание этого будет недоступно, потому что необходимо именно духовная близость к ней, то есть духовная связь с ней. Но это уже, уже последующие шаги. То есть мы не хотим ограничивать то, как приобщаться к этому свету какими-то определенными примерами или определенными методами. Нет. Но то, что вы сказали, это необходимо, и это начало, и это, конечно же, первые шаги, которые человек должен совершить в этом направлении, и в том числе и воспитывать любовь к ней и к ее врагам ненависть. Любовь к ее ценностям и воплощать в жизнь ее ценности. То, что говорит его светлость, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям, что самой малейшей степенью веры, самой малейшей степенью веры является та ненависть и та любовь, которую человек чувствует внутри. То есть, когда человек видит нечто порицаемое, он порицает это у себя в своей душе. То есть, он испытывает к этому отвращение. И то, что, когда он видит нечто одобряемое, то, к чему призывает ислам и исламские ценности, он испытывает к этому симпатию и любовь. Это самый малейший признак веры. И если и этого нет, то соответственно, ни о какой вере речи быть не может. Поэтому, как минимум, человек должен испытывать любовь и ненависть в этом случае. А дальше воплощать это все в жизнь. То есть практиковать в жизни, строить свою жизнь на основе этих ценностей и антиценностей. То есть исключить эти антиценности из своей жизни и внедрить во все сферы своей жизни, во все сферы абсолютно. Те ценности, которые несли эти непорочные, в том числе ее светлость Фатима Тазахра, саламулла алейха. Шикурбан, и возвращаясь к аяту. Да, таким образом мы что видим в аяте священного Корана? «Инна зальнаху фи лейлатиль кадр». Говорится, что мы не спаслали священный Коран в лейлатиль кадр, а этим лейлатиль кадр является ее светлость Фатима Тазахра, саламулла алейха. То есть две ценности, которые принес и оставил человечеству его светлость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, в лице священного Корана и своего рода, своих потомков, непорочных имамов, эти две ценности были ниспосланы и дарованы человеку в сосуде Лейлятуль Кадри в ее светлости Фатима Тазахра, саламуллахи. То есть через нее было даровано. У меня относительно аята вопрос еще возник. Вот вы сказали, что она, ну, Фатима Тазахра является миром до прихода имама Замана, да ускорит Аллах его пришествие. Что это значит? То есть после того, как он придет, Фатима Тазахра не является этим миром? Как это понимать? Нет, то есть здесь имеется в виду именно в этом отрезке. А после этого отрезка уже речь об этом речи не идет. В этом аяте священного Корана. То есть является миром
до восхода. То есть обратите внимание, когда тьма, нужно пристанище, нужно прибежище во время тьмы. Ночь требует пристанища. Где, вот я, чтобы было понятно, да, о чем идет речь, простой пример. Человек, который бездомный человек, человек, у которого нет дома. Что для него является страшнее всего, день или ночь? Где он ищет пристанище, днем или ночью? Днем пристанище ищет. Как правило, ищет именно для ночи, для того, чтобы провести ночь, ищет пристанище. Пристанище в этом плане. Я имел в виду, что днем он чувствует себя более сохраненным и безопасным. Верно. Днем он не нуждается. Днем он не нуждается в каком-либо пристанище. Он ищет пристанище и убежище именно для ночи, для того, чтобы провести ночь. Да. А днем у него нет нужды в этом. И с приходом его светлости, имам Махди, аджаллаху фараджаху шариф, именно будет взрыв света Всевышнего. То есть свет Всевышнего проникнет во все сферы человеческой жизни, человеческого общества и распространится на весь мир. Свет Всевышнего. И скорее здесь будет сложнее найти тьму, чем свет. То есть мир будет окутан безопасностью, мир будет окутан светом Всевышнего. Произойдет здесь, в таких случаях не ищут места для пристанища, потому что все вокруг является пристанищем и безопасностью, является миром. И в преданиях даже говорится, вы наверняка помните, что даже животные поменяют свое отношение к людям. К людям, к человечеству. То есть, если сейчас, например, человек сталкивается с медведем или с волком, то медведь или волк ведут себя хищно. Готовы загрызть. Да. То в преданиях говорится, что с приходом его светлости имам Махди, аджаллаху фараджаху шариф, и это даже изменится. То есть, это роль и это функция, и это то, что приносит в мир творений, приносит единобожие. То есть приносит именно совершенный мир, всеохватывающий мир. Поэтому, когда говорит «Саламун хия хатта матля аль-фаджр», то есть она является миром до восхода солнца, до прихода имама, то имеется в виду, что потом уже нет необходимости в этом пристанище, потому что все вокруг является миром. Спасибо вам большое. Как на примере с бездомным, это очень ярко можно себе понять и представить. Люди, которые так или иначе знакомы с бездомными или сами переживали когда-то такое состояние, они прекрасно знают, что самое страшное для них именно ночь. Они не боятся дня, они не думают о том, где провести день. Именно думают о том, где провести ночь, потому что это тьма. И эта тьма является примером тьмы неверующих. «Фи бахри люджиин», о которых говорит «Кезульматин фи бахри люджиин», о которых говорит Всевышний в Священном Коране, о тьме, которая является последствием и результатом деяний неверующих. Таким образом, мы видим, что ее светлость Фатима аз-Захра, саламуллаху алейха, играет величайшую роль в истории человечества. То есть решающую роль в исходе человеческой истории играет ее светлость Фатима аз-Захра, саламуллаху алейха. И здесь мы можем вывести очень важный урок для себя, о котором мы говорили ранее, но я повторю, потому что это очень важно, а именно то, что любое действие, любая деятельность, любые поступки, за этими поступками, делами и действиями должен стоять дух, должна стоять духовность. Духовность без физических действий, она может принести пользу, а любое действие, любой поступок, любая деятельность без духовности ничего хорошего не принесет. Вне зависимости, чем вы занимаетесь, благотворительностью вы занимаетесь, чем-то хорошим занимаетесь, например, преподаете в школе или преподаете в учебных заведениях. От этих учителей нет пользы, от этих учителей нет ничего хорошего. Они не дают миру до тех пор, пока за этой деятельностью не стоит их собственная духовность. Поэтому любая деятельность, абсолютно любая, чем бы человек ни занимался, если он хочет принести именно что-то хорошее в этот мир, то есть
мы сейчас говорим о верующих, правильно? Это цель верующих. Приносить пользу миру, приносить что-то доброе и светлое в этот мир. И на этом примере, и, в общем-то, это очевидный пункт и очевидный принцип в учении исламском, что за всем должен стоять, за всем должна стоять именно духовность. И, например, тот же азан, в котором говорится «Хайя ля хайр аль-амаль», почему молитва, почему намаз считается и называется в исламе наилучшим из деяний? Потому что именно это является тем деянием, которое приобщает человека к духовности, к Богу, приближает его к Богу. И без этого деяния все остальные деяния абсолютно бессмысленны. Они ничего, кроме вреда, не приносят. И поэтому человек, вне зависимости от того, это урок, который мы извлекаем из жизни ее светлости Фатимы Заһра, саламу алейха, этой степени она достигла благодаря духовности. Она не достигла этого благодаря каким-то физическим, каким-то и материальным каким-то действиям. Почему? Потому что та история, к которой мы привыкли, она вообще не замечает этой роли ее светлости Фатимы Заһра, саламу алейха. Может ли история человечества, которую мы изучаем в институтах, которую мы изучаем в школе, это академическая история, может ли она обнаружить эту роль ее светлости Фатимы Заһра, саламу алейха? Почему? Конечно. Потому что она ограничивает свой взгляд и свой взор ограничивает именно какими-то материальными поступками. Еще больше влияния и роли передает тому же Александру Македонскому или Цезарю, передает история. Потому что этот человек собирает людей, эти люди собирают людей, забирают войско, ведут войны и так далее. Им придает роль эта история, академическая история. А ее светлость Фатима Захра, саламу алейха, в человеческой истории, ну, это академический, этот взгляд на историю просто не способен обнаружить роль ее светлости Фатима Захра, саламу алейха. Но именно ислам указывает на это. Почему? Потому что ислам имеет более всеобъемлющий взгляд на человеческую историю и на человеческое общество. Что это за взгляд? Это взгляд, охватывающий не только материальные события, не только телесные какие-то события, но и духовные события. Духовные события, которые давлеют, духовные факторы, которые давлеют над материей. И поэтому из этого мы сами для себя должны извлечь урок, что за любым поступком, за любым действием необходимо должна стоять именно духовность. Это важнее, это в первую очередь. Мы, чем бы мы ни занимались, вне зависимости от того, это что-то такое общественно полезное, социальное какое-то действие, социальная какая-то деятельность, общественная какая-то деятельность или нет, или мы чем-то для себя занимаемся, например, занимаемся торговлей или еще чем-то подобным, что, казалось бы, да, то есть не имеет особо социальной роли. Все это будет приносить, вся наша деятельность будет приносить вред. В первую очередь нам, и во вторую очередь тому, что окружает нас, если за всем этим не будет стоять духовность. Поэтому задачей и обязанностью и целью верующих в первую очередь является именно воспитание в себе духовности. Хотя, конечно же, эта духовность в дальнейшем, если она будет именно воспитана в человеке, в дальнейшем толкает человека на определенные действия, как в случае с ее светлостью Фатимы Захра, саламу алейха, которая после смерти своего отца пошла на столкновение, на прямую конфронтацию. То есть здесь мы наблюдаем какие-то общественные поступки, какие-то общественные действия, хотя прекрасно знаем, что и в преданиях об этом говорится, что для нее, как для человека, который стремится к близости с Богом, это было чем-то нежелательным появляться в обществе. Потому что когда его светлость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва салям, спрашивает ее светлость Фатима Захра, саламу алейха, чего ты хочешь больше всего, чего ты желаешь больше всего, в предании, в одном из преданий говорится, что она ответила, что чтобы ни один посторонний человек не мог ее видеть, чтобы она не могла видеть ни одного постороннего человека. Но при этом она появляется в обществе, она вынуждена открывать дверь своего дома, она идет на встречу с этими людьми, она выходит в общество, общается с ними, есть
хутбы, речи, которые от нее остались именно после смерти его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Хотя до этого мы не встречаем ничего подобного. Она не выходит в общество, она не общается с людьми, не общается с обществом. А здесь нет, она выходит и, обращаясь к обществу мусульман, мединскому обществу мусульман, говорит хутбы, хутба Фатакия, например, та же. Угу. То есть она осталась, ее речи остались. Что на эту общественную деятельность ее толкает? Толкает именно ответственность совершенно, совершенно верно. Ответственность, которая возложена на нее в связи с теми обстоятельствами, которые возникли, которые образовались после смерти его святости, посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Поэтому это урок для нас, что мы будем вредить себе и окружающим, если не воспитаем себе необходимую степень духовности, если не будем уделять своей духовности должного внимания. Очень часто так бывает, что это большое заблуждение. Что очень именно? Часто так бывает, что верующие чем-то заняты, и им кажется, что они заняты чем-то полезным, какой-то полезной деятельностью. И так как они заняты очень полезной деятельностью, то они оставляют в стороне, они не придают должного внимания именно духовной работе. Потому что считают, что они достаточно заняты чем-то полезным, чтобы еще и этим заниматься. Например, хотя мы знаем, что даже его светлость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, разделял все свое время на несколько частей. Угу. И одна из этих частей была исключительно духовная работа над собой. Те же самые ночные молитвы, которые совершал его светлость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, и которые были обязательны для него. Потому что Всевышний в Священном Коране обязывает его этим, говорит, выстаивай часть ночи в молитвах. То есть посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, наилучшее из творений, приближенный Всевышнего, уделяет часть своего времени именно на духовную работу, хотя есть у него и другая работа, есть и общественная работа, и он общается с мусульманами, он занимается их развитием, занимается их в том числе и духовностью, он другими занимается. Это полезнейшая, это посланническая миссия, это пророческая миссия, это имамадство его светлости посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Но наряду с этим он какую-то часть, значительную часть своего времени выделяет именно для общения с Богом, для саморазвития. Это пророк, это его светлость посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. А у нас возникает такое заблуждение, что мы можем заниматься чем-то полезным, но эту работу можем немножко отодвинуть в сторону и быть халатной к этой, не уделять ей особого внимания, потому что мы заняты чем-то. Допустим, занимаемся обучением, занимаемся проповеднической деятельностью или благотворительной деятельностью. Или же, например, в современной эпохе очень актуально, на сегодняшний день актуально общение в интернете, когда человек, например, общается в интернете и рассказывает об исламе, об исламских ценностях, об исламской истории и так далее и тому подобное. Полагаю, что это полезно, но при этом все это неплохо, это хорошо. Все это хорошо, и обучение, и проповеди, и все это хорошо, и благотворительная деятельность, общественная деятельность, социальные какие-то работы, все это хорошо. Но все это должно быть именно после духовной работы над собой. Почему у нас очень много проблем в обществе? Почему у нас очень часто именно в результате этой так называемой полезной работы, хорошей работы, да, которую мы перечислили, почему в результате этого очень часто возникают проблемы? То есть почему это так часто приводит к чему-то негативному? Почему? Да потому что мы приступаем и начинаем нечто хорошее, нечто благое без какой-либо духовной базы. Без того, чтобы воспитать в себе необходимые духовные качества, которые необходимы для той или иной полезной общественной или социальной деятельности. Или религиозной деятельности, вне зависимости от этого. Угу. Не уделяем этому должное внимание. Это тот взгляд, который как раз таки имел второй халиф, когда удалял из азана «Хайя аля хайр аль-амаль» «Спешите к наилучшему из деяний». Это тот взгляд. Почему же? Потому что думал, столько хороших деяний.
Мы же мы уберем это, и сейчас, чтобы люди общественно, социально, чтобы приносили пользу государству, обществу, стране мусульманской, приносили пользу, а не то, чтобы отдалялись от общества и проводили свои дни в молитве. То есть это то заблуждение, которое постигло и второго халифа. Это заблуждение, это неверно. Поэтому этот урок необходимо извлекать. Извлекать из тех аятов, из тех хадисов, с которыми мы знакомились до этого, где говорилось просто о невероятной, высокой роли ее светлости Фатима Зухра, саламу алейха, в истории человечества и в человеческом обществе. Спасибо большое, шейх Курбан. Мы с вами продолжим тогда эту тему на следующей передаче. Я с вами прощаюсь. Спасибо большое. Спасибо. Уважаемые телезрители, оставайтесь с нами. На следующей передаче продолжим. Ассаляму алейкум ва рахматуллах.